Приветствую всех любителей зимней рыбалки. Сегодня я хочу вам рассказать и продемонстрировать систему освещения, которую я использую на протяжении уже более 2 лет на ночной зимней ловле. Собственно, для освещения я использую 2 светильника вот таких, мощностью 3 ватта каждый. Один светильник использую теплого белого свечения, другой светильник белого свечения. Ну, по порядочку. Значит, начну я с крепления освещение в палатке. Для подвеса светильника проще всего использовать кусок жесткой проволоки сантиметров 10-15. Сейчас я продемонстрирую вам, как это делается. Устанавливаю проволоку в кольцо светильника, сгибаю хвосты вместе, делаю такой своеобразный крючок подвес и с помощью канцелярского зажима для бумаги креплю его к каркасу палатки. С другой стороны провод фиксирую также зажимом на каркас. Все, светильник у меня надежно укреплен, не болтается. Далее провод также зажимами фиксирую по каркасу палатки до аккумулятора. Ну вот, светильник у меня повешен, подключаем к аккумулятору через делитель. Теперь посмотрим, как это работает. Выключаем освещение в комнате, выключаем дополнительный светильник. Ну а теперь включаем свет. Сейчас я включил светильник на 6500 Кельвин. Обычно я такие светильники использую для подсветки, когда мне нужно что-то насадить на крючок там, ну, для работы с чем-то мелким. В процессе ловли обычно я использую светильник теплого белого свечения, отрегулированный на необходимое мне освещение. А белый свет я выключаю. То есть таким образом глаза у меня не устают, не напрягаются. Спокойная, уютная обстановка в моей палаточке. Если мне кажется света мало или на летней рыбалке я нахожусь, то использую такого же типа светильник, только мощностью в 2 раза больше, 6 ватт. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. Если кому-то интересно, можете ко мне обращаться.